Всем привет! Снова сегодня вы на вот этом сайте Fire Skin, огненный скин там, да? На балике видите, короче, у меня такая сумма, да? Мне тут просто с вот этих вот карточек бонусов нападали всякие там вкусняшки, ништячки. То есть сейчас мы посмотрим с вами там, что нападало. И я решил, короче, задепаться. В общем, у меня есть... У меня, в общем, есть вот такая вот 4 случайных скина при пополнении 750. Я, короче, 750 закинул. Давай попробуем ее использовать там, да. Так, дополнительная прокрутка любого бесплатного кейса, 2 предмета для контракта. То есть, короче, тут дофигища что. В общем, мы что пробуем? Что мы пробуем? Ну, во-первых, вот эту штуку. Угу. Пробуем. Потом, короче, вот, я так понял, она по одному, что ли, только лупит, да? То есть, или как? Так, чё я использовал? Бесплатного кейса. Окей. Прокрутка любого бесплатного кейса. Пошли крутить бесплатные кейсы. Так, нет, я хочу вот этот крутануть, да? То есть, он как бы 4 раза будет крутиться. Ну, я его буду крутить в следующем. Сперва мы начнем с этого. Ну, мы его откроем. Давай быстро откроем. 3 раза. То есть, раз, два и три. Ой, блядь, надо было быстро открывать. А чё так? Как-то плохо меня видно, да? Ну, синь какая-то опять, да? Ну, как бы, сколько там? 100 рублей. Давай второй кейс. Посмотрим, что тут вообще. Давай быстро откроем. С первого побаще падало. И откроем еще третий раз быстро. Ну да, с первого падало побаще. Давай посмотрим, что с третьего теперь. Эх, ну давай по слоуму. Помедитируем на перчи и на все те скины, которые мимо нас пролетают. А-а-а, я, кажется, понял. Чем дальше, тем хуже. По-моему, вот так вот, ребят. Кажись, я понял. Чем дальше, тем хуже. Ну, мог и до сюда дотянуть, да? Мог же? Мог. Только ты не захотел, да? Я, правда, не знаю, сколько, конечно, этот нож стоит. Но нож бы все равно был приятней. Что такое? Ну, что? Хоть что-то. Хоть что-то. Давай еще. Четвертое бонусное открытие. Ну. Вот это ты меня тут подложил, свинью-то, блядь. А, нет. А почему это так дорого стоит? Я не понял, конечно. Вот, что у нас тут? В итоге, что у нас тут есть? Так, все боевой... Так, доступные для продажи. Давай посмотрим, насколько это у меня. То есть... Ну, тут как бы это, да? Ну, я не хочу все продавать, короче. Мне не понятно, почему вот это столько стоит, конечно. Ну, сколько тут насыпалось? Хер с ним, ладно, потом посмотрим. Так, потом, пока мы сейчас залетим снова в бонусы. В бонусы. Блять, у меня запись-то идет там, нет? Так, в бонусы залетаем. Бонусы открыты. Так, давай теперь смотрим. Угу. Так, для контракта. И вот это. 4 случайных скина при пополнении. Давай, пользуем. Ага. Ну, я пополнил, в принципе же, да? Или это надо было... Подожди, или как? Или это надо было... Ну, как бы нет. Ну-ка, смотрим. Что у нас тут? А, подожди, блядь, я все еще это... Предметы. А как? Как? 4 скина-то получить при пополнении? Я что-то не понял. Нахера тогда столько депал? Я, в принципе-то, депал, чтобы... Ага. 4 случайных скина при пополнении, но... Ну... А, стой, подожди. Она должна была быть активирована или что, или как? Не, мне просто как-то интересно, то есть, понимаешь? Ее надо было сперва активировать или что? Использовать 5 предметов для контракта. То есть, я пытался их использовать, они мне писали, что нет. Так, смотри, вот это вот активировалось, да, получается? А, значит, вот так, да? То есть, ну-ка, еще вот так использовать. А что тут? Типа, я не могу? Нет, все, использовалось хорошо. И использовать. А, вот оно что, да? То есть, получается, мне надо было...
тебя активировать, по-моему, или что? Ну, ну вот, не, ну вот ты сейчас у меня активно, да, то есть 4. Вот я, по-моему, что не, что, вот что я сделал неправильно там, да, это, ну-ка. Но тут не пишется, что еще какой-то бонус там, да, то есть будет что-то там, ну, хер его знает, ладно, что-то я тут засиделся. Предметы давай. Подожди, ну я вот, а, это же для доступный для продажи там, да, он мне показывает. А мне надо все, мне надо, так, нет, мне не надо все, мне надо все. Вот тут нас, а вот они насыпались, да, то есть получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 скинов. А у меня сколько должно было быть выпадать? 9 скинов. 4. Нет, тут 4. Так, у меня получается было 5. 5. И 2, да? 7. А почему у вас 9? Я как-то не понял. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Я маленько не понял, ребят, конечно, что за химия. Контракт. Ну, раз это только доступно для контракта, значит, мы из этого делаем контракт. И что? Ничего не, блядь. Ну, загрузить еще и что? А, так, нет, это... Я туплю, ребят, сорян. Я туплю, а... И что? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 вот этих только для контракта. Ну, давай. 4. Ну, посмотрим. А ты что, почему не лезешь? 9, лезешь. Лезешь. Еще 10. На 500 рублей, короче. Я 500 рублей закинул. Ну, и что тут 10-м? Нет, 10-м я ничего не буду использовать, потому что... Давай посмотрим, что тут бахнет. Тут либо от 125 там, да? От 100... Короче, второй раз он мне дает минимальный скин. Ну, ладно, я как бы там не это. Ничего, ничего. Так, мы сейчас сделаем следующее. Сука, долгий будет ролик, походу, да? Поэтому будем... Ну, как будет долгий? Как будет доступный для продажи? Мы будем делать... Угу. Вот это мы... Угу. Продаем. Окей, да. Вот, чтобы ты не вылазила за 29. Так, продаем, продаем. Я еще хочу. Так, за 29. Так, дешмань. Ну, блин, это я продал. А вот это вот... Так, сейчас я... Раз, два, три, четыре, пять. Я сейчас залечу в апгрейды. В апгрейды. И попробую. Ну, вы же знаете, у меня там страсть к этим... к 10%, да, то есть по стоимости. Страсть у меня к 10% апгрейдам. Цена. А так, от 250, да. Так. Мне главное сейчас, чтобы не слетело это. Запись не выключилась. Ну, давай, Bluesport, хуй с тобой. Ну, не, давай ФАМАС. Давай ФАМАС, ФАМАС. 9.99, давай, смотрим. Ну, почти там, да? Почти. Ну, ничего страшного. Пробуем еще. Ты еще давай. Не, ну, мне просто интересно вообще. Хоть один можно тут на 10 словить. На 10. Тут этот стопудово нет там, да? Стопудово нет. Это проигрыш. Пробуем еще. Так, тебя пробуем. Только тебя мы уже ищем на 3 сотки. Тут что-нибудь, да? Аук. На 3 сотки. Вот тебя давай. Давай. Ну, потому что сколько? На CS Battle залетали десяточки. На Изике залетали десяточки. Вот мне интересно, на вот этом Free Fire скине залетят десяточки или нет? Залетит ли что-нибудь на 10%? Так, сколько? 420, значит, надо что-то смотреть такое. Так, вот ты. Да. Ну, хамелеона я не хочу. Вот, давай за 420. Вот. 10.03 шанс. Было рядом. Было рядом. Ты меня так... Фух, тишь там, да? Растянешь мне там... Растягиваешь удовольствие. 430 надо смотреть что-то. 434.
Давай вот тебя Desert Strike. Пустынный какой-то страйк. Ну давай, 9.99, смотрим. То есть я просто не помню, сколько... Ну, в принципе, статистику по апгрейдам можно посмотреть. Можно посмотреть там, да, статистику по апгрейдам. Ну, вот эти три, раз, два, три, три, да, скина я трогать не буду, потому что они мне нужны. Будут. Так, что у нас? Статистика по апгрейдам. Апгрейды. Ну, как бы тут показывается, что 0 апгрейдов у меня. Сколько я делал? Хер его знает. Так, давай смотрим, что по кейсам. Что мы тут можем открыть... Перчи, ножи, нет. Ну, не, конечно, мы не... Давай вот, вот что-нибудь такое вот, в этом диапазоне. От Сатена что-нибудь там посмотрим. Есть такое вообще тут? Кейс бога? Я хер его знает. Бога ты кейс или нет, или... Ух, тух, тух. Так, это как? Инстаграм, ебать, у меня Сирия жила, или как у меня там Алиса, или кто у меня там, Google этот, что-то, чувак, сама по себе своей жизнью живет, блин. Так, давай спектрум, что за спектрум, смотрим. Синька и это, ну, давай один раз откроем, посмотрим. Ух, видос-то какой долгий уже получается. Ага, было близко, да? Так, что такое, 25, нет, ты мне не интересен. Так, а может быть тогда мы... Что мы тогда сделаем? Вот так, от 100, от 100. Не, вот так. Давай мы вот эти. Так, PlayStation 5, Glock, Uspeak, Шмуспик. Экстрим. Короче, давай мы экстрима. Экстрима. Сколько ты там? Сколько ты стоишь ты там? Подожди, экстрим тут... Блядь, я забыл, сколько ты стоишь. Я сейчас 10 открою сразу и это. А, за 950 там, да? Давай по 3, чтобы было видно. То есть открываем... Медленно. Ну, да, тем более ты вот так вот в линеечку тянешься, то есть 3. Нормально. Ну, что-то фиольное выпадет, да? Что-то фиольное выпадет. Ну, это все пурга. Ну, мы это поставим для апгрейдов. Мы это поставим для апгрейдов. Оставим для апгрейдов. Открываем еще раз. Баланс я пополнял, короче, скинами. Блин, я совсем забыл сказать про розыгрыш, который ждет, будет 13-12, да? Вот, поэтому, ребят, в общем... Принимайте участие, выигрывайте, побеждайте. Еще открываем. 3. Бабло слито. То есть мой деп был скинами 750. Ох ты ж, смотри, как было красиво тут, да? Как мне красиво писю к носу подвели. Попробовать еще, сколько у меня тут есть. Так, экстрим. Ну, только на один есть там, да? Ну, давай откроем тебе один. У меня 9, мне же 10 скинов надо. 10 скинов для апгрейда надо. Надо. Ох ты ж, все такое. Ну, тоже. Красиво подвели. А, так, а, давай теперь в контракты. В контракты. Залетаем. 10. Ровно 10. 303. Ну, тут вангую. 83 рубля. 83 рубля. Закидываем 330. Сейчас получаем 83 рубля. Смотрим. Смотрите, пацаны. То есть по-другому. 82 минимум. 8, сука, я даже 83 не смог. По-моему, он мне даже 83 не дал. Он мне даже не дал 83 рубля. Давай продаем. В общем, вы видите сами, что это за такой прям сайт. Вы все видите сами. Мне говорить вам ничего не надо. Готэм. Давай готэм. На два хватает? Нет, не хватает. Ну давай тогда по одному откроем. Вы все видите сами. Я думаю, иметь дел с этим сайтом смысла нету, ребят. Вообще нету никакого смысла иметь дел с этим сайтом. А, 67, да, теперь у меня не хватает. 59, Юспик. Скинчик, а почему на 2 ты пишешь 140? Подожди, а я что, продал, что ли, тот скин? А что произошло-то, я не понял. Ну я же вот только что его вытащил, да? А откуда у меня 142? Короче, я видос потом посмотрю, я просто не понял, что произошло. Нет, подожди, если у меня 142, то я могу тогда... Готэм я могу тогда еще разок открыть там, да? Я просто не понял, почему у меня...
142 стало на балансе, если у меня. Ну, давай. А сейчас пишет... Подождите, либо, блядь, лыжи не едут, либо я ебанутый. Смотрите, баланс пишет 142. У меня баланс не обнулился или что? Недостаточно средств. Подождите, ты что, блядь, прикалываешься или что? А сколько у меня сейчас на балансе-то? Как мне? Ну, 142, 70, минус 75 и сколько? Давай юз подкроем тогда. А сейчас пишет, что типа 2. Ну, давай за 118. Поняли, баланс-то вот пока. Короче, здесь балда какая-то с это. Не обновила. А вот 8,89. Теперь списался баланс. В общем, все в порядке теперь. Ох ты. Сирекс был там. Сирекс. А это... Ну, это за 84. Ну, в принципе, так-то ничёшный, да? Там, давай мы тебя продадим. Давай продадим. Еще раз попробуем. То есть 84, в принципе, это не самое дно, что могло бы быть, да? Орион. Сколько Орион, интересно, стоит? 64. Ну, в принципе, так-то он как бы это... Второй раз уже как бы дает там, да? Ну, по чуть-чуть, по чуткане. То есть не жестко, конечно. То есть, ну, дает. Это вот поприкольнее, да, наверное, флешбэк. Сколько ты... 95 дает. Смотри, он раз, два. Ну, давай продадим. Продадим тебя. Давай два сразу. Хватает же на два сразу. Ну, давай, что, почему бы нет? Здесь интересная вот такая вот эта вот крутилка там, да? Два синих. На 122. Подожди. Он мне каждую прокрутку окупает. Он мне окупает каждую прокрутку, юспик. Я, то есть, окупной кейс нашел, что ли, или что, блядь? Ну, вот это слив, походу, да? Ну, чутка, ну, как бы, не жестко. Просто, ну, мне хочется какую-нибудь, ну, дай тогда какую-нибудь нормальную. Вот эту дай. Ну, вот это уже все, фигня полная, да? А, как бы, не, вот это за 118. А это за 12, да, то есть, ну. Прикольно. Не, давай, короче. Да похеру, давай пойдем посмотрим, блядь. У меня там 4 скина вытащил там. На неделю хватит розыгрыша. Потом дальше будем думать, что будем думать. Тигер и Кондутин. Ну это хер. Ну как бы. Как бы нет. Ну, похуй, давай, что, крутим. Еще там 30 рублей есть на что-нибудь посмотреть. Ну тут. Ну дай, блядь, вот эту Кортекс. Ну, а, у меня такая же есть херня. Ну тут. Давай. Красненькую дай что-нибудь. Что-нибудь красненькое такая же. Жестко-фиолетовое дай что-нибудь. Ну вот, неонуар. Ну тяни. Вот ты меня тут раздраконил, да, козлина? Продали. 53. Ни на один. Ни на один не хватает теперь. Все. Окупной кейс окупать прекратил. Пух. Ох ты, бомжара. Бомжиче. Как же я про тебя-то забыл, дружище. 28. А, ну еще на один хватит, значит, да? Ну, тут, конечно, хватит, только ты тут не радуешь меня. Бомж, как ты мог? Ну, сразу два, что тут тянуть уже, блядь, видос на 20 минут о каком-то говне снимать. 58, нет, ну дает, пока дает. То есть он что, в принципе, это... Он что, дает там сперва... Первых два раза дает, потом забирает. Открыть за 25-1. Ну давай. Ну как бы тут, что сказать. Ну вот это нормальная должна быть. Не было. 71, да. Продаем. И летим снова в этот. В юспики, да. В юспики или что там. Как он тут вот так вот. 76. Не, юспики я видел, что они дают. Короче, может быть, тогда мы... Стой, подожди, а где я потерял? Вот у вас уже... А вот юспик, фаерскин. А, ну у меня сколько? 76. Давай тикток ебанем и напоследок. На прощание, короче, тикток откроем и пойдем. И пойдем гулять. И пойдем. 74. Нет, значит, еще не на прощание. Значит, еще откроем. Вот сейчас на прощание открываем. Все. Помашем сайту ручкой. Пока-пока. Да?
31, ну как бы еще не совсем мы прощаемся там, да, блин. Что-то давай вот 31, так, 2, давай вот так. Копейка, кейс копейка. Ну, с копейки будет и сыпать по копейке, да? Дит. Блять, ребят, что происходит? Почему вот эти, вот это вот стоит столько, блять, а? Что такое? Так, подожди, ну нет, ну раз ты меня пока не хочешь отпускать, я тогда снова попробую юспы попробую. Где? Да, блять, опять я вас пролистал, что ли? Вот, нет, да, вот они. Два юспа. Ну давай, давай, раз ты. Что-то у меня прям троллит, капец. Он либо мне сейчас хочет дать под занавес вот это вот что. Кто-нибудь. Флешбэк там, да? Ну, это шляпа. Это шляпа, я сразу понял. Под занавес мне дать. Либо просто феерично меня под занавес слить там, да? 35, то есть не хватает. Нет, на один хватает. Ну, один открываем тогда. Ух ты, что-то вы материться-то будете, что там скажете. Блять, такое говнёвое видео. О чем снимал вообще, да? За 118. Ну, продаем, открываем 2. Ну, мне просто прикольно. Мне хочется что-нибудь такое, знаешь. Ну, блять, ну, хотя бы рублей за 200 отсюда вынести. Как юспик какой-нибудь рублей за 200. 89, борода, да. То есть на 1, давай. Как-то, то есть, я не понимаю, синька как-то там, блядь, сотку стоит, фиолка меньше стоит. Ну, чё, вот опять флешбэк там, да, дешевый, который дешевый за 65. Ну, на один хватает. Давай открываем. Блядь, может, быстро надо открывать их? Ну, остановись на Орионе. Я вот Орион хотел вытащить еще с хер знает с какого кейса. Хватает? Хватает. Ну, давай быстро откроем. За 47 продать. Еще быстро. За 95 продать, блядь. Еще быстро. За 12, я думал, за 129. Открываем. Ой, зачем ты так-то сделал? Ну ладно. Посмотрим, как Сайрекс пролетает. Продаем. Не хватает сколько? 55, блядь. Ну что, в бомжа опять? А, подожди, бомжа же мы можем. Два бомжа открыть, да? То есть и два бомжа мы откроем быстро. За 23 продаем. 1. Быстро. За 25 продаем. Быстро. 6. Все, ребята, это конец. Это фи... Нет, это не фиаско. Мы еще цепляемся. А что я цепляюсь? Я за что цепляюсь-то вообще? За 9. Фарм вот этой херни. Ну, давай быстро откроем. За... Сука, ты тварь последняя, конченая. Вот он просто это... Фа-фа-фа... Херачит. Два бомжа и по быстрику. 35. Один бомж. Быстро. 40, блядь. На 2 хватает. Быстро. 16. Все, тут балабас, да? Тут балабас. 20. Ну, как бы балабас-то не балабас, но мы же можем. Ну, вам, наверное, самим интересно, да, что там за херня будет. 15. Так, на 1, да? Быстро. 49. Да, блядь, тебе в ноздрю. Файрскин ты х. Копейка. Так, давай опять бомжа. Два бомжа, два бомжа, два бомжа. Смотрим. Сука, 16. А, все, все. Нет, все. Мы еще побьемся. Подеремся мы еще за это. Фармака, давай. Два и быстро. 17. 22, блядь. Давай. 23. Так, на 2, быстро. 21, на 3, тогда быстро. 27. Ну, пацаны, блин, извиняйте, он как бы это, троллит меня, тут байтит, да? Продать. Давай 5 бомжей открываем. Давай бомжей пооткрываем. Все, вот это слив. Нет, не слив, да? 26, продаем. 4. 26, 3. 3 можно? 24. Открываем. 34. Открываем. Открываем. Все. Все. Теперь все. Только я думаю, что все. Как бы. Как не все. 9. Ну, все. Тут теперь все, да? 19. Нет. Еще 2. Быстро.
Ну, все теперь. Вот теперь, ну, еще нет, еще как бы он бо... Сука. Прям вообще, блин. Это такое... бесконечная такая. Ну, как бесконечно, сейчас закончится. Когда-нибудь все равно заканчивается, да? То есть, вот. То есть, ну... Все. Нет. Не все. А, что ж ты чё мне хочешь-то это тут? 3 рубля. Все, пацаны, я это сделал. Я это сделал, я слился, короче, я слился. Давай посмотрим, что по итогу. Что по итогу, давай посмотрим. Доступны для продажи, короче. О, это надо продать. Сколько, 10 рублей, а бомж сколько стоит? Не хочу на это. Раз, два, три, четыре. Короче, вот, ну, вот 750 задепал. Вот что у нас из этого получилось там, да? Вот что из этого получилось. Ну, сами считайте. Ну, 4, 500, 500. Ну, в минусе где-то рублей на 250 я, короче. В минусе где-то рублей на 250. Вот. Ну, единственное, что я тут не учел, что вот бонус вот этот вот долбанный, как-то он... Его надо было активировать. Ну, у меня там был другой промокод стоял, что типа на 200 рублей пополнение. В общем, хер его пойми, что и как. В общем, все видели сами, ребят. Решайте сами. Ну, как бы мое... мое такое заключение. Ну его нахер, этот фаерскин. Все, ребят, на этом все. Всем пока и до новых встреч.